Ну что ж, ребята, продолжаем проходить зомби-войну. Испытание один невозможно, надо нам пройти на 3 звезды. Так что будем пробовать. Ждем гренадира. Смотрите, как раз здесь хорошая толпа для его гранаты. Осталось совсем немножечко. Сейчас мы его вызовем. Кинем, соответственно, гранату в толпу. Ну, а дальше будем по обстоятельству. Отлично, плюс храбрость нам дали. Так, никто не побежит, я надеюсь. Пока все тихо. Поджигаем там. Гранаточку еще одну бросим. Оу, бегуны бегут, елки-палки. Давай, 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 шокер, беги. Перехватывай, молодец. Отлично сработал. Так, ну что, ребят, смотрите, мы практически здесь всех убили. Теперь осталось только разбить баррикаду, и, в принципе, уровень будет пройден. Да, да-да-да, так все и вышло у нас. Ну что же, я вас поздравляю, испытание номер один, невозможно, пройдено на 3 звезды. Продолжаем играть. Так, ребята, испытание номер 2. Опять же, невозможно, но здесь у нас, видите, немножко будет попроще, так как жирный там у них в толпе. Сейчас вызовем гренадира. Если тут, конечно, не будут какие-нибудь бегунцы. Отличненько. И бросаем, соответственно, туда, в толпу, гранату. Давай, полетела. Колоссально она наносит им дамаг. Давайте вызываем пожарника, которому пофиг на огонь. Так, у меня есть пулеметчик. Это нам пригодится на потом. Во-во-во-во-во, ребята, вот они. Вот они бегут. Вот для чего нам нужен был пулеметчик. И разбиваем баррикаду. Слушайте, все довольно легко и просто. И мы проходим, еще и бонус получили, порох. Ну что же, поздравляю нас, на 3 звезды пройдено. И давайте выбирать с вами следующий уровень. Что у нас тут по карте? Так, ребята, 25-я миссия, опять же, невозможно. Будем проходить, будем стараться. Так, ну пока... Оу, бегун бежит, елки-палки. Давай, шокер, выбегай. Перехватывай его. Отлично, ты малорик у меня. Так, Марина, ну пока, наверное, не будем его вызывать. Вроде бы он пока тут с шокером не справляется. Все, отлично. Давайте гренадира, потому что толпа уже выходит. И они начинают собираться. Так, как раз сейчас в кучку-то в эту... И бомба... Не-не-не-не-не, бегуны, хорош. Елки-палки, блин, поджигаем его. Не добежал, чтобы он. Отлично. Все, не получилось у него добежать. Давайте вызываем сапа. Пускай они тут у нас будут все под бафами. Как говорится, ускоренная стрельба, усиленная атака. Эй, тихо. Фига тут девочка разбежалась куда-то. Ну что, ребят, смотрите, баррикаду мы практически разбомбили. Все, очередная наша победа. И 25-я миссия пройдена на 3 звезды. Все отлично. Продолжаем проходить игру «Зомби-война». Ну что ж, что у нас тут по карте? Так. Ну, ребятушки, смотрите, опять у нас здесь появился безобидный зомби. Да, вот эти вот чувачки мне не нравятся. У них... Оу, бегун бежит. У них здесь... Оу, целый отряд. Давай срочно, гренадир, блин, бросай гранату. Ну, хотя бы так, хотя бы так. Перехватит? Так, не получилось, ребята. Не пройдем мы здесь с вами на 3 звезды. Но у нас сейчас суть какова? Пройти вообще эту миссию. Она у нас не пройдена еще ни разу. Оу. Давайте расстреливать их нафиг, ядре и фени, потому что накопилось их тут очень много. И они просто нам не дадут ходу. Так, бегут. Давай, гренадир, бросай свою гранату. Шикарно. Ну, конечно, не так, как я хотел, но тем не менее. Горите нафиг. Так, он сейчас горит у меня, конечно, шок. Нет, смотрите, пробежал довольно неплохо. Даже не загорелся. Так, бутылочка у меня есть. Вот она сейчас нам и пригодится здесь. Ух ты, целая толпа ребят идет. Остались только несгораемые. Ну, мы сейчас взорвем. Так, давай, гренадир, гранатку свою. Шикарно. Все пока хорошо. Я вот думаю, стоит вызывать сейчас Марина или шокера. Не, давайте, наверное, немножко подождем и лучше вызовем гренадира. От него здесь толку будет больше. Главное, чтобы не побежали бегуны.
Все, отлично. Он у нас еще тем более улучшенный получился. Давай, бросай. Ай-яй-яй, не так, конечно, я хотел все, но они сгорают. Хе-хе, даже не добежали. Ну что же, разбиваем баррикаду, ребята. И походу мы прошли этот уровень. Да, жалко, конечно, не с тремя звездами. О, еще и два бонуса получили. Таблетки, шоколадка. Да, немножко нам не хватило на три звезды. Ну ладно, едем с вами далее. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. О, открывается карта. Так, отлично. Тут еще можно за бензинчик у нас открыть. Так, что это такое? Поздравление, уровень пройден. Ну, давайте, наверное, продолжим. Че? Зачем нам выбирать другой? Ах, елки-палки, ребята. С горючки-то у меня засада полная причем. А так хотелось открыть. Так, что у нас вообще можно здесь посмотреть, а? О, давайте-ка гренадира с вами, наверное, улучшим. Так, 352 золотых. Ладно, я думаю, в него стоит вкладываться. Он все-таки очень много у нас здесь решает. Так что лишним это никогда не будет. Ну что ж, давайте тогда встретимся с вами в следующей игре. Так что и будем продолжать. Ну что, ребята, 70-я миссия. Проходим на 3 звезды, ну, по крайней мере, стараемся. Так, и у нас здесь, ага, призрак, который вызывает вокруг себя зомбарей. Да, ребята, мне пришлось потратить вот этот бонус, потому что миссия довольно сложная. Сейчас вы все поймете, почему. Вызываем гренадира. Так, он выходит. Бросаем гранату. Перехватывай, перехватывай. Отлично, молодец. Ёлки-палки, это ж сколько надо проходить раз эти миссии, чтобы понять, как в них нужно играть, ребята. Это опупеть просто-напросто. Так, давай, пожарник. Все, ребят, сейчас у меня кончится баф. Это очень плохо. Но пока мы держимся. У нас есть пулеметчик. Так, сейчас мы им воспользуемся. Отлично, всех покрошили. Блин, жалко, не вышла основная толпа у нас. Обычно там отряд бегунцов. Вот он. Ну, он что-то какой-то маленький у нас. Обычно их здесь намного больше. Марина, перехватывай. Ну-ну-ну, отлично. Так, у нас есть с вами коктейль Молотова. Поджигаем, естественно. И все, ребята, мы прошли с вами 70-ю миссию на 3 звезды. С чем нас и поздравляю. Отлично, продолжаем дальше проходить и смотреть, что нас ждет впереди. Так, открылось? Нет, ничего не открылось. Жаль, конечно. Но давайте выбирать тогда миссию. Так, ребят, давайте 22-я миссия у нас. Попробуем ее пройти на 3 звезды. Как говорится, была не была. Ждем, пока ждем. Ребят, не будем сейчас дергаться. Нам здесь нужен гренадир. Так, осталось совсем немножечко. Вот он, готов. Естественно, бросаем гранату. Оу, псарни, елки-палки. Вот это вот плохо, ребята, это очень плохо. Отлично. Шокер сработал просто великолепно. Так, ну дальше мы сейчас будем их здесь сжечь. Сгорели. Причем довольно быстро. Вообще как шелуха. Так, давай, Шарлотта. Отстреливай этих зомбарей, пока мои там разбираются. Сейчас ведь побегут опять псарни. Надо гранату бросать. Так. Не знаю, попали мы там по кому-нибудь или нет. Но пока тишина, ребят. Давайте дальше отстрелить. Генератор нам понадобится. Давайте вот сюда поставим его. Чтобы если кто-то даже побежит. А, вообще-то они даже не успели. Так что, ребята, 22-я миссия у нас пройдена на 3 звезды. Все очень хорошо и великолепно. Поехали с вами дальше. Звездочки копятся, это хорошо. Так, ну что же, давайте, наверное, тогда выбирать. О, тут у нас все завершено. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что здесь у нас будет, выпадет. Так, топливо, таблетки, усиление, порох и краска. Краска. Слушайте, давайте перекрасим, наверное, свой автобус в красный. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Это у нас черный. Ну-ка. О, так даже мне больше нравится, если честно. Пускай будет раздражать зомбарей. Так. А где же вот эти вот взять, мне интересно, штучки? У продавца нету. Сколько раз я к нему заходил, ничего толкового у него не выпадало. Так, у нас порох, таблетки, щетка, радио. В общем, мы укомплектованы хорошо. Единственная проблема в деньгах, чтобы усилять наш отряд.
Ну что же, ребят, забираем бонус и продолжаем играть. 37-я миссия. Будем проходить с вами на 3 звезды. Стараться. Нам обязательно надо пройти, чтобы открыть дополнительные миссии, в которых нужно очень много звезд. Так, бегун бежит. Ладно. Сейчас мы его перехватим. Так, у нас шокер еще тем более усиленный вышел. Это хорошо. Но здесь он бесполезен, потому что эти сейчас его просто разорвут. Дамага мы никакого не наносим. Но зато гренадир, он тогда, он сейчас устроит им тут. Оу, бегуны, ну-ка. Блин, я даже лучшего и не мечтал. Все очень хорошо сделалось. Сейчас у меня Шарлотта, кстати, тоже улучшенная вышла. Будет их бомбить. Все-таки не зря я прокачал своих персонажей на удачу. Удача, кстати, влияет на как раз вот на этот нимб над головой. Чем больше у вас, у ваших персонажей удача раскачана, тем чаще они выходят именно усиленными. Так, расстреливай, расстреливай, Шарлотта, не тупи. Оу, бегунцы, давай, гренадир, вылази. Оу, Шарлотта, ты умничка, все-таки одного подбила. Жалко, ты, конечно, сейчас горишь. Так, что ты встал-то? Давай ложись опять. Так, иди сюда. Так, гранату бросим. Вышел как раз вовремя. Отлично, тем более они у нас загорелись. Все, ребята, мы их там подожгли. Они у нас все сдохли. Давайте гранатку бросим. А в принципе уже и не нужно. Мы проходим с вами 37-ю миссию. Нормальная, на 3 звезды. Отлично, продолжаем проходить зомби-войну. Так, и что у нас здесь появится? Ну, здесь ничего не откроют, понятное дело. Где у нас еще? Вот, ребята, я вижу здесь две миссии. 40-я. Угу, нормально. Ну что ж, давайте проходить на 3 звезды. Пробовать. Не знаю, получится или нет. Хотелось бы, чтобы получилось. Так, шокер, давай перехватывай этого зомбаря. Он нам тут не нужен. С удара просто. Так. Эх, жалко тебя, шокер. Сейчас ты у меня... А нет, смотрите, ребята, кислота его не тронула, поэтому он выжил. Так, храбрость нам нужна. Так, бегун, куда собрался? А ну-ка иди сюда. Все довольно хорошо пока идет. Но подождите, ребят, сейчас будет жарко здесь. А может быть и не будет. Как все пойдет, посмотрим. Ну, отлично. Так, вся надежда у нас сейчас на Шарлотту. Потому что эти упыри очень слабы к огнестрелу. Блин, зря я взял, конечно, коктейль Молотова. Придется тратить, ребята. Но вы знаете, что если ты выбрал уже, отменить нельзя. Вот в этом, конечно, печаль большая. Ну ладно, хотя бы погорело там маленько. И все-таки гнило руки и загорелся. Так, опять бегун, взрываем. Шикарно все выходит. Давайте вызывать сапа. И под сапом мы будем сейчас всех тут кромсать. Отлично, бросаем гранату. Так, гнилоруки упал. Храбрость еще. Давайте вызывать гренадира. Ну что ж такое-то? Давайте расстреливайте, расстреливайте его, ребята. Граната пошла. Блин, не успел бросить у меня гранату гренадир. Ладно, зато гнилоруки тоже сдох. Так, отлично. Этих мы расстреливаем. Так, опять мы столкнулись с гнилоруким. Гори. Блин, обижал, а? Ты посмотри. Ну что ж, ребята, все. Все, сейчас, если успеем, то пройдем на 3 звезды. Бросим на всякий случай. Ну что же, проходим все-таки, ребят. Проходим 40-ю миссию с вами. Автобус сохранен на 100%. Значит, нам 3 звезды полагается. И давайте выбирать с вами следующую миссию. Так. Я смотрю, здесь даже очень много у нас непройденных. 41-я. Так, а здесь 42-я нормально. Ну что ж, давайте, ребята, попробуем ее пройти на 3 звезды. Если получится, то хорошо. У нас уже довольно много пройдено миссий с 3 звездами. Но тут, ребята, мы не спешим. Ждем гренадира. Так, гнилоруки там стоит, но он медленный. Так что сейчас должны бежать бегунцы, насколько я помню. Да, вот они появились. Натик. Замечательно, он взорвал. Как раз большую часть подбили мы. Так, гнилоруки, давай, сдавайся уже, надоел ты. Так, по 39 мы наносим ему дамаг. Горите там, уроды, идут они, а. Давайте второго гренадира. И у нас с вами есть еще бутылочка коктейля Молотова. Она нам пригодится, наверное.
Сейчас посмотрим. Если побегут бегунцы, мы, естественно, будем тратить именно на них. Так, давай, 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 родной, ну, появляйся. Так, ставим генератор. Он здесь нам тоже понадобится. Отлично, бомба там кого-то подбила. Так, что, так легко, что ли, все? А, нет, вот они бегут. Но, как видите, они были погоревшие, потому что я туда бросил гранату. Ну что ж, ребята, мы прошли с вами 42-ю миссию на 3 звезды. И продолжаем дальше играть. Все довольно хорошо и легко идет. Это меня радует. Так, давайте определяться с уровнем с вами. Ну что, ребята, продолжаем. Продолжаем проходить на 3 звезды. Так что нам нужно... Давайте дождемся гренадира. Потому что без него здесь нам делать нечего. Эти уроды у нас в костюмах, как вы знаете. Им пофиг на огонь. Отлично, очень замечательно сработало. Так, вот здесь надо будет сейчас поджигать. Обязательно. Ну, чё не бежите-то? Где вы там? А, блин, неужели придется тратить, а? Ёлки-палки. Да, ребята, по-моему, я зря... А, вот они, идут. Все, отлично, сработано. Теперь давайте вызывать Шарлотту. По-быренькому с ними разбираться. И бросаем, естественно, здесь бочки. Так, ну, давай ты токсичный. Блин, ну Шарлотту все-таки задела. Задела этой брызгами, и она сейчас у меня погибнет. Печалька, конечно. Давайте еще одну бочку сюда поставим. Потому что рано или поздно выбегут камикадзе. Оу, жирный выходит. Вот это хорошо, ребята. И даже не один. Обязательно туда надо бросить вот так. Коктейльчик наш. Все, отлично. Мы еще немножко с вами живем. Так, давай, гренадир, пошел. Что ты бьешь мне бочку, а, гнилорукий? Отвали. Так, 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 тихо, 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 тихо. Нет, только не это. Отлично, ребята, все отлично было сработано. Как вы видели, бочки, которые я устраивал, нам очень здесь помогли. И они врезались в них. Ну, соответственно, взорвались, конечно же. Так, генератор. И опять. Так, тихонько, тихонько, надо на опережение бросить. Горите нафиг. Разогнались они там. Не тут-то было, ребята. Прежде чем, как говорится, выработать стратегию, мне приходится не один раз проходить эти уровни, чтобы понять, как все-таки их проходить, какую лучше выбрать тактику. Ну и поздравляю нас, ребята. Испытание 1 невозможно пройдено на 3 звезды. И мы продолжаем с вами проходить игру. Так, давайте-ка я гляну на свой, наверное, отрядик. Стоит ли там кого-то улучшать или нет. Генератор, интересно, что мне с ним можно сделать, ребята? Его, по идее, можно усилить, да? Прочность 111 будет. Нет, пока ничего мы делать не будем. Бочки 18 монет, нет, ничего не будем пока трогать. Оставляем все как есть, да. И давайте определяться с миссией. Так, блин, медика хочу, медика. Блин, бонусов пока нету. Так, а что можно продать, а? Смотрите, щеток-то сколько у нас. Ёлки-палки, 11 штук. Таблеток тоже дофига. Так, давайте продадим излишки, чтобы у нас их не так много было. Да, оставим, наверное, по 3. Так, ну что, 869. Можно купить сундучок. Так, и давайте теперь посмотрим, что нам выпадет из него. Ну, не подведи меня. Краска, топливо, лекарство, щетка и черная краска. Конечно, не то, что я ожидал. Да, продавец, ты меня обманул в очередной раз. Ну что ж, давайте, наверное, с вами тогда будем проходить. Вот, 45-е, нормально. Нам нужно 3 звезды. Ёлки-палки, стоит. Вы посмотрите, а, выжидает. Ну что, придется мне, наверное, вызывать. Блин. Как ни крути, шокер у меня пойдет первым. Да-да-да-да-да-да-да. Я знаю, что ты сейчас его убьешь, но так надо было. Ну что же, вся надежда у нас опять на гренадира, который здесь будет сейчас разбирать их. Но опять же повторюсь, будут выползать камикадзе. Оу, тут еще этот встал. Но шериф мой молодец, успел его убрать. Так, бросаем.
Все шикарно. Один гнилорукий у нас загорелся. А в принципе, по-моему, и второй горит, да? Да. Вот они бегут. Всех, всех у меня разбили. Это жаль, конечно. Так, у нас коктейль Молотова есть. Ну, нам нужен гренадир. Блин, до него еще долго. Давайте сжечь тогда тут всех. Вау, 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 куда вы подошли так близко? Так, генератор, быстрее вырабатывай давай эту храбрость нам. Сейчас тут начнется. Эй, упал, все. Это плюс дополнительный зомби к их отряду. Он должен воскреснуть, по идее. Ну-ка, чпок. Блин, а нет. Нет, загорелся, ребят. Я думал, что он пробежит мимо, но нет. Все-таки он горит. Сгорел, точнее, уже этот зомбарь. Так, давайте еще гранатку. Пускай проходят через огонь и воспламеняются. Так, коктейль Молотова поджигаем. Все, отлично. Так, храбрость выпала. Ну что же, вроде бы пока хорошо, ребята. Если даже появятся эти камикадзе, у нас вроде как... Вот они, бегут. Есть. Преградительный вал из бочек отлично был сработан у меня. Ёлки-палки, они без остановки просто прут и прут, а? Посмотрите. Давай, Шарлотта, наяривай там. Так, давайте сюда еще поставим бочку. У нас уже три бочки, и это хорошо, ребят. Теперь уже они точно тут у нас не пробегут, однозначно. Это я вам точно уже говорю. Так. Давай, беги. Сейчас нужна нам грубая сила, чтобы пробить эту баррикаду. И мы, наверное, с вами пройдем, ребята, на три звезды все-таки. Ну. Да давай ты, давай, 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 давай. Отлично, ребят, поздравляю нас. Мы проходим 45-ю миссию на отлично. Как говорится, все великолепно. Так, ну что же, что у нас там получается по этому? А, у нас даже бензина нету. Жаль, а я только разошелся. Ну что же, тогда на этом я буду заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и будем дальше продолжать проходить миссии на 3 звезды или те, которые еще не прошли вообще. Ну а на этом все. Всем пока и удачи. До скорых встреч, ребята.